Ну вот. Днепр выхода уже подходить до конца не буду. Наверное, это будет последняя, видимо, и покатушки. Не запланированные совсем. Ой, блядь, ребята. Причем, чем ближе подъезжал к Быхову, тем лучше и лучше становилась дорога. Просто прекрасно. Днепр там на камере плохо его будет виден. Достаточно мелководный. Перекатистый с той стороны обрыв. С этой стороны тоже много мелководных участков. Но видно, возможно, ну, такие интересные места ездил у Головлёва. Вон рогулька стоит посередине речки. Ну, красиво так, в общем. Рыба будет, но надо ехать домой. У меня через полчаса примерно дизель, и я хочу минут 20 отдохнуть. И Могилев уже снимать не буду.